Всем привет! Обзор смартфона Blackview A95, версия на 8 гигабайт оперативной памяти, 128 гигабайт встроенной памяти. Так, в синеньком цвете у нас получается смартфон. Не вижу, где это написано, но вроде как в синем. Давайте смотреть. Так, темно-синий цвет. Aurora Night Black. Получается вот такой вот цвет. Сразу обращаем внимание, что в комплектации есть силиконовая задняя накладка. Дальше конверт, скрепка для сим-слота, документация. В комплектации кабель Type-C для подключения к компьютеру зарядки и адаптер питания с выходом сверху. Закрываем. Так, силиконовую заднюю накладку, прозрачку снимаем. Вот и такой вот смартфончик. Темно-синий, ближе даже к черному. То есть не такой, как на коробке. Я что-то подумал, что он такой, как на коробке будет. Или немножко темнее. Вот это другой какой-то цвет. У нас Aurora Night Black. Такой не совсем черный. Ближе, такой темно-синий, ближе к черному. Тройная камера вспышка. На передней части 6,5 дюйма дисплей. Справа кнопка включения, кнопки регулировки громкости. Кнопка включения совмещена со сканером отпечатка пальцев. Тут слот. Давайте посмотрим, что за слот. Так, слот комбинированный. Мы можем использовать устройство на 2 наносим или 1 наносим и microSD карточку. Закрываем. Тройная камера сзади. Такой интересный материал. Не рифленый, такой матовый, такая текстура интересная, вообще не морается, так интересно выглядит. Такой практичный материал, неплохо. Так, и включаем. Такой ход у кнопки маленький, кнопка сканера отпечатка пальца, но ход у нее маленький, еле ощущается, как она нажимается. Так, упс. Это транспортировочная пленка, под ней была, ну и есть защитная пленка, но не очень хорошо поклеена, сразу отклеилась немножко с этой и что-то под нее попало, ну ладно, ничего страшного. Так, разблокируем. Вот экранчик уже, эта пленка уже маркой, вот сразу собирают отпечатки пальцев. Вот IPS дисплей, HD разрешение, 1600 на 720 точек. Открываем настройки, тут есть какой-то свой лаунчер, сейчас посмотрим, как он называется. Android 11, нет названия у лаунчера какого-то, как я понимаю. Экран, яркость всего лишь 36%, делаем яркость максимальной. Закрываем. Переходим в синтетические тесты. Geekbench 5 по техническим характеристикам. Смартфончик. Процессор MediaTek MT6771. А видеоускоритель Mali J72 MP3. Кстати, неплохо. Смотрим результаты. Одноядерный мультиядерный тест. Тест видеоускорителя. Закрываем. Antutu Benchmark. 223 тысячи. Топ 100 это 438 тысяч, мы 223. Хорошо, закрываем. По тяжелым игрушкам давайте посмотрим, работает. GTA San Andreas запускается, круто.
Это неплохо, потому что обычно GTA San Andreas не запускается. Так, настройки, дисплей. Давайте все сделаем максимум, посмотрим, что будет. Отлично работает GTA San Andreas. Давно уже такого не было. Обычно на 11-12 андроидах GTA San Andreas не запускается. Тут запустился, работает отлично. Полный порядок. Окей. Теперь покажу вам примеры снимков на камеру этого устройства и сделаю еще отдельное видео по играм на этом устройстве. Можете его в скором времени посмотреть на канале. Так, а по камере. Камера у нас основная 20 мегапикселей. Так. Так, по другим тут фронталка 8. Ну, как я понимаю, 20 плюс 8 плюс 2. Вот, вот так вот. Так, выведу сейчас снимки на экран, на эту камеру, сможете их оценить. Так, на этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал Максимум Мобайл, комментируйте, ставьте лайки и ждите новых видео. Пока!